7.00. Всем доброе утро. Мой завтрак. Кусочек хлеба темного, вкусного, домашней пекарни. На сковородочке обжаренный. Сыр плавленый сверху, янтарь. Маслинки, оливки, то есть. И две половинки маринованного яйца. Рецепт на втором канале я выложил. Яйца интересные на вкус. Необычные. Нам с девушкой понравились. Поэтому пробуйте, готовьте вот так. Раз, утречком встали, достали, разрезали и кушаем. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита. 9.30, мой перекус. У меня сегодня пол лаваша. Внутри творог, немножко грушевого варенья, а сверху карамелечка. Ребят, это очень вкусно и абсолютно безопасно для ваших перекусов, чтобы вы не ходили голодными и не кушали всякую гадость с магазина. Лучше сами сделать. Чашечка черного натурального кофе и пол ложечки сахара. 14.00. Мой обед. Мои ленивые пельмешки из лаваша. Рецепт есть на втором канале. Смотрите. Очень вкусный, шикарный, обалденный. Салатик с капусточкой и морковочка по-одесски. Приятного всем аппетита. 18.00. На ужин у меня сегодня булгурчик с зажарочкой и мидии горячего копчения. Немножко морковки по-одесски. Ребят, очень вкусное, ароматное блюдо. Рекомендую. Приятного всем аппетита. 21.00. Мой вечерний перекус. Одно яблочко и кефир домашний мой. 2,5% жирности. Приятного всем аппетита. Спокойной ночи. Удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.